Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, как правильно выбрать игрушки для кошки. Игрушки необходимы любой кошке. Для домашних питомцев игры больше, чем развлечения. Это основной способ их умственного и физического развития. Однако, как понять, какие игрушки подойдут именно вашей кошке? О чем важно помнить при выборе игрушек для питомца? Давайте подробнее рассмотрим самые распространенные правила выбора игрушек для кошки. Выбирайте игрушку кошки, исходя из ее возраста. Котятам и молодым кошкам в большем количестве требуются физические нагрузки, поэтому им подойдут игрушки-дразнилки и игровые комплексы, где питомец может выпустить свое море энергии. Для интеллектуального развития котят и поддержания когнитивных способностей пожилых кошек подойдут интеллектуальные кормушки. Питомцу надо выполнить определенные действия, чтобы получить свою порцию корма. Кошкам не подходят игрушки с мелкими деталями или элементами, которые можно откусить и проглотить. Это может быть опасно для здоровья вашего питомца. Также стоит следить, чтобы мяукающий друг не использовал в качестве игрушек мелкие бытовые предметы, например, случайно украденные резинки для волос. У кошек обязательно должны быть игрушки, которые смогут удовлетворить их потребность в охоте. Идеальный пример таковых – игрушки-дразнилки. Самый простой вариант дразнилки – игрушка на палочке, например, ленточка или погремушка. Дразнилки за редким исключением требуют непосредственного участия человека в игре, поэтому способствуют сближению питомца с хозяином. Также в качестве дразнилок подойдут различные игрушки на пульте управления, которые передвигаются по дому, имитируя реальную кошачью добычу в природе. Кошкам обязательно нужны игрушки, которые могут удовлетворить их потребность в движении. Кошки, в отличие от собак, не имеют возможности выпускать свою энергию на прогулке, поэтому мяукающим друзьям требуются специальные игрушки дома. Например, можно купить кошке специальный игровой комплекс, где животное сможет побегать. Теперь вы знаете основные правила, которых нужно придерживаться при выборе игрушек для кошки. Покупайте игрушки питомцу согласно нашим рекомендациям, и тогда ваш мяукающий друг будет расти здоровым и счастливым. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!